В Нарьян-Маре прошло вручение документов о профессиональной переподготовке по программе «Государственное муниципальное управление». Дополнительную квалификацию получили 62 человека, которые сегодня замещают должности государственной гражданской службы либо претендуют на занятие таких должностей. Обучение проходило на базе филиала САФУ в Нарьян-Маре. Среди тех, кто прошел обучение и получил диплом о профессиональной переподготовке по программе «Государственное муниципальное управление» Ренат Ниязов. Для своей итоговой работы выбрал актуальную тему – направление усовершенствования качества оказания медпомощи с использованием телемедицины для жителей удаленных населенных пунктов округа. Этот диплом не пригодится в будущем. Очень удобно было обучаться, занимались вечером. С учетом наших территориальных особенностей, здесь, соответственно, надо понимать, что выезжать иногда очень дорого, поэтому учиться в городе Нарьян-Мар – это перспективно. По словам представителей САФУ, итоговые аттестационные работы выпускников программы заслуживают наивысших оценок. В течение вот последних трех дней выпускники защищали свои проекты. В рамках обучения было разработано порядка 50 прекрасных, актуальных, практически применимых проектов, которые будут направлены на решение актуальных проблем Ненецкого автономного округа. Итоговые аттестационные работы были связаны с социально-экономическим развитием территории. Среди них проекты по внедрению централизованной библиотечной системы в Ненецком округе, созданию рекреационной зоны в районе Голубых озер, открытию музейного комплекса под открытым небом как средство сохранения и популяризации объектов культурного наследия округа. Также проект направлен на решение экологических проблем округа, утилизации накопления бочкотары и пути ее решения на примере поселка Амдерме. Обучение по программе профессиональной переподготовки государственное и муниципальное управление было организовано по заявке аппарата администрации Ненецкого округа и проходило без отрыва от работы в выходные дни и вечернее время. Александра Бобрикович, Ирина Цепитова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».